Традиции, ценности, правила. Кто их придумал? Что стоит за ними? Они отражают наш взгляд на мир. Мы смотрим, как он меняется. Но есть то, что живет вечно. Чего не увидишь глазами. Это можно только почувствовать. Заботу, любовь, вкус жизни. Много лет назад, лет 10, невозможно было себе представить, чтобы мы разливали сок в Сибири. На сегодняшний день это возможно. Тогда подобные производства были только в городе Калининграде. И был страшный ажиотаж на продукцию в ПЭТ-газировке. В 1997 году мы перешли уже полностью на автоматическое оборудование. За время работы компании мы пережили 3 экономических кризиса. А сложности, как говорится, закаляют и делают нас сильнее. Компания не стоит на месте, постоянно развивается, открываются новые филиалы, подключаем новые торговые точки. 20 лет назад история Spring началась здесь, в Омске. Позднее открылись представительства компании в Новосибирске и Тюмени. У нас Тюменский регион достаточно встретил тепло. У потребителя уже было сформировано мнение о том, что омская продукция – это качественно. За 10 лет мы открыли ряд филиалов в таких городах, как Кемерово, Томск, Новокузнецк. И, соответственно, планируем развитие дальнейшей сети в регионах Сибири, таких как Красноярск, Барнаул, Алтайский край. Мы работаем с крупнейшим ритейлером. Это ЗАО «Тандер», сеть магазинов «Магнит». Работаем с «Ашаном», с «Лентой», «Метро», «Окей». У нас есть свой филиал в городе Тара. И мы приобрели туда вездеходы. Для торговых представителей мы приобрели Нивы, чтобы они могли проехать даже в самую удаленную торговую точку. Чтобы каждый, кто ждет этой встречи, смог почувствовать вкус лета, который бережно сохраняют здесь, в самом центре Spring. Наша основная традиция – это каждые 5 лет мы пытаемся делать новый шаг в технологическом оборудовании. На данный момент у нас здесь установлено 3 современные линии. 2 немецкого производителя, 1 итальянского производителя. Мы производим оборудование исключительно в Германии уже с 1951 года. С помощью наших продуктов мы хотели расширить свое присутствие на российском рынке. И вот здесь появляется такой партнер, как Омск Spring, со своими инновационными идеями, открытостью и динамикой. От изготовления ПЭТ-тары до получения готового палета цикл идет в автоматическом режиме. Выход готовой продукции можно предугадать с точностью до секунды. Асептическая линия исключает любое вмешательство в высокотехнологичный процесс. Эта линия является одной из последних новинок, которую может предложить Кронос, с производительностью 30 тысяч бутылок в час. Это самая мощная линия, которую мы представляем на рынке. В компании у нас более 70 вкусов. Сырье для их производства поставляют немецкие компании с международными именами и сертификатами качества. Мы работаем только с очень проверенными, серьезными мировыми производителями во всех составляющих нашего продукта. Компания находится на правильном пути, на пути продвижения натуральных продуктов и развивает этот рынок вместе с нами. За последние годы производственная мощность компании увеличилась в 2 раза. Каждый час предприятие выпускает 62 тысячи единиц продукции. Не верится, но за сутки Spring может обеспечить каждого жителя Омска безалкогольной продукцией собственного производства. Компания Spring начинает выпуск соковой продукции для детского питания. То есть это уже будет официальное разрешение для питания детей с 3 лет. Принципиальная позиция компании и собственника – выпускать только качественный продукт.
И качество для Spring – это не абстрактная единица. Это реальные показатели, отзывы. Это работа. Задача на все времена. Я вижу непосредственно, как происходит производство наших продуктов. Я вижу всю натуральность этого продукта изнутри. От этого, конечно, гордость. Приходят отзывы, приходят письма, приходят электронные сообщения. Женщина, у нас есть марка «Сибирские ягоды». Там лимонады на таежных травах. И она писала нам письмо о том, что, попробовав, говорит, лимонад брусника, я прям почувствовала прилив сил. Говорит, а если я буду пить чернику, мое зрение улучшится? Мне приятно получать как похвалы, так и претензии, потому что это позволяет всегда держать баланс, оценивать свою работу и с хорошей, и с плохой точки зрения. Объективно смотреть на вещи. С одной стороны, это самое крупное безалкогольное производство за Уралом. Миллионы единиц продукции. Но что скрывается за сухими цифрами? Технологии и открытия, ежедневный труд, судьбы людей. Это их призвание – сохранять и приумножать пользу самой природы. Но у нас святые традиции – это связанные с золотыми людьми. То есть самое основное, наверное, в нашем достижении – то, что есть золотая команда. Команда «Спринга» – это молодые, динамичные, успешные и люди, которые верят в будущее, основанное на бизнесе «Спринг». Если ты умеешь быть счастливым, видеть лучшее, верить в лучшее, ты точно знаешь, что такое вкус жизни. В нашей компании, наверное, основная традиция – это выпускать качественный продукт и быть лидером, да, на рынке. Я прихожу в магазин и вижу, что покупатели идут целенаправленно к полке с нашей продукцией. Я вижу, как они выбирают только ее. Мне очень нравится, когда я приезжаю в Новосибирск к друзьям. У них стоит в холодильнике всегда вкусный. Так как-то гордо. Все, что делается, это делается не для себя, не для кого, а для людей. Я, конечно же, пью продукцию. Я мало того, я могу сказать, что эту продукцию пьют мои дети, и мои дети воспитаны на продукции компании Spring. Наша традиция – это наша история, которая является нашим фундаментом, и это позволяет нам иметь прочную основу, крепко стоять на ногах и, в общем-то, верить в то, что мы делаем, и то, к чему мы идем. Это мост между прошлым и будущим, где есть то, что нам дорого, что идет от сердца к сердцу.